23-й год, привел нас в порядок, закатнул. В общем, работает четко, все передачи включаются, с цепухой все четко. Защита картера. Ну вот раз коцк есть, не особо такой серьезный. Здесь зеркало отломано. Цена вопрос 1000 рублей. Либо при продаже поставлю уже, либо скидку сделаю. Бенталовский усиленный руль. Подогрев ручек работает с кнопки. Слева сломался, но есть подводка, можно сделать. Пробег 1441,5. Здесь у нас крепление под камеру. Провод там, ну любые аналоги. Защитки все на месте, стоит защита амортизатора, шипы, цепь еще родная, есть куда натягивать. Пробег здесь небольшой. Прикуриватель, здесь что там, а комп подзарядить. Ну, звук мотора. ПС, ее номер. Ну, здесь сейчас видно отдельно сфотку. Кардер родной. В принципе, ваш норм настроил. Тормоза все работает. Вот такой мультик у нас. Так, дальше по оптике у нас все работает. Галогенка стоит, свет хорошо тоже настроил, все чётенько. Поворотники. Так, гудок, где-то поворотник. Другой поворотник. Что еще у нас? Старт-стоп, стартер. Ну вот, грубо говоря. Все четко работает. Так, теперь по звуку мотора. Вы должны понимать, что сейчас еще жесткий минус у нас здесь. Так работает все чётенько.